Так, ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. С вами Евгений, и это будет такой болящий крик о помощи. Я не знал, что у меня получится запустить что-нибудь, но, ну, для тех, кто не знает еще, у меня вирус на компе. Как от него избавиться, я пока что понятия не имею. Сейчас я могу продемонстрировать, что он делает с моим компьютером. Допустим, вот все это, считай, что программы, вот в любую программу, кого не заходи, тот же самый Майнкрафт. Вот вы видите. Я не знаю, куда он. Амнезия. Тот же самый Фрапс. Вот я захожу, и все то же самое. И даже, к всему удивлению, диспетчер задачи, он пишет то, что приложение вовсе не найдено. Да, что хочу сказать. Я сегодня проверил вот этим вот сраным антивирусом. И знаете, что он мне сказал? Количество обнаруженных атак 0. 0. Как можно антивирус проверять, и вирусы, и сказать, что ты нет у тебя вирусов, парень, тебя что-то комп тупит, да? Вот. Как я на данный момент решаю эту проблему? В интернет захожу вот так вот очень интересненьким способом. Вот я нажимаю на свой хром, и чтобы найти, ну, чтобы зайти в интернет, я пользуюсь вот этой ссылочкой. И вуаля, я в интернете. Да, очень интересно. Девки пляшут. Вот. И сегодня я бы хотел снять амнезию, но не знаю, получится ли ничего не получится. И, блин, по всей видимости, сейвы у меня все удалятся с Майнкрафта. Вот я не подумал, как с ними быть, я их в этот, какого, в архив не заносил, а вот чтобы добавить на какой-нибудь там сайт, типа Яндекс Народа, надо, где он, вот, типа вот этого сайта, чтобы добавить их, нужно... Ну, сначала добавить в архив, значит, вот. А в архив у меня он не добавляет. И вот, кстати, даже интернет тупит из-за него. Он мне интернет еще жрет. Вот, у меня просто Яндекс не может загрузиться с этой фигней. Я понятия не имею, что происходит на самом деле. Вот, как вы видите, здесь просто исчезла эта кнопочка, чтобы добавить в архив просто. Тут есть добавить и отправить по имейлу, добавить еще какую-то хуйню. Вот. Да и помимо того, даже если нажимать на добавить и отправить по e-mail, он мне, вот, приложение не найдено. Забавно очень. Возможно, в понедельник я буду химичить. Сначала установлю Windows XP, потому что Windows Vista у меня вот он-то. У меня неофициальный, вот я скачивал его. И отсюда прямо я его не могу запустить, потому что у меня вот авторан, сетап. Тут жуткое количество ошибок, короче, он не распаковывается. Вот. Если у кого-то была такая же проблема, а именно такой же вирус или что-нибудь дела, ну, пожалуйста, отпишитесь, кто чем может. Я даже... Так, секундочку. Я даже создавал... как он называется-то? Даже создавал диск, компакт-диск. Ходил в магазин за ним специально. В общем, скачивал туда восстановительную версию. С сайта там, с нода скачивал тоже. То есть запускал компьютер через диск. И там уже проверял на вирусы. Тоже он ни хрена не обнаружил, блин. В безопасном режиме тоже нифига не висит. В общем, у меня пока что на уме только перестановка Windows. Ну, она может решиться тем, то, что мой проект по амнезии, Майнкрафту, там, не знаю, почему я еще снимал. Все мои летсплеи, короче, накроются крахом, потому что у меня не будет сейвов к этим летсплеям, а сохранить мне их просто некуда. Вот. Ну, может быть, что-то сохраню на диск. Что-то с чем-то придется покончить. Вот. Ладно, спасибо за внимание. Я надеюсь, вы посмотрите этот ролик, и я вообще смогу его обработать, чтобы добавить на YouTube. С вами был Баш. Жду вашей помощи.